Здорово, бро, с вами Бига из Top 3 Miners, и сегодня я решил, наверное, закончить уже этот летсплей по сталкеру, и это очередная серия, наверное, уже где-то 21-я. Итак, что-то у меня как-то голос гудит, но, наверное, это будет здорово. Итак, пойдемте же в этой серии, будем, наверное, мы исследовать место падения ската первого. И потом, ну там еще рядом что-нибудь посмотрим. Посмотрим, где это находится. Так, скат первый, это у нас на вертолетных площадках вроде. Ага. Ну, попробуем туда быстрее добраться с помощью сталкеров, которые тут сидят или не сидят. Давайте. Ладно, тут никого не сидит, тогда пошлите пешком. А, не-не. Вот, тут и есть. Здорово, пацаны. Не балуй. Оружие спрячь. Все. Что-то. О, хорошо, они куда идут? Одно место к северу от Янова. Но нет, мне нужно к месту. Что-то прям этот вентиляционный комплекс или этот. Так, чем сейчас занимаешься? Проведешь в одно место. Вентиляционный комплекс. Так. Ну ладно, пошли вот сюда. А, о, не, он тут есть. Все, пошли. Я уже думал выйти на этот, на склад контейнеров. Но мы там уже были, выполнили миссию, отдали долг, там куча бандитов. Вот, да. Все, пока, пацаны. Пойдемте, пройдем здесь. Тут должен быть труп Химеры, которую мы убили недавно. Вот, классный звук, он мне очень нравится, вообще. Пудрыш. А собаки, походу, уже деспаунились, которые там были. Так, надо найти вход. Надо найти вход, он здесь. Ох, забор с колючкой. Что за беспредел? Так, и сейчас, вот на этом моменте я помню, как я подорвался. Сейчас подойдем перед этой табличкой, постоим. И я вот не смотрел очень давно прохождение. И он там проходил вот так вот сбоку, по забору. Аккуратненько, вот так. Вот там труп военного. Ну, что-то сопли взять. Ну ладно. Вот там труп военного, и я все равно не хочу к нему подходить. Вообще, все равно. Он. Там будут мины. Даже когда сейчас кое-что будет, я все равно не буду к нему подходить. Так, вроде бы все. Так, аккуратно. Прыгая. Мы добираемся до вертолета и осматриваем его. Все, отлично, вообще мы добрались по-быстрому. Что-то серия, походу, короткая получится, но все же, ладно. Два тела, похоже, погибли при касании. Похоже, погиб. Ничего ценного, все вынесли. Что-то сейчас, подождите. Информация с бортового компьютера удалена, но черный ящик уцелел. Думаю, нормальный техник сможет вытащить из него информацию. Так, тут взялся какой-то черный ящик. Сейчас мы пойдем его осматривать. Итак, сколько он весит? Целых 3 килограмма. Так, и здесь рядом должен быть. О, момент! Ох, вот один же добежал, вот я не думал, что такой исход будет. Ну ладно. Ох, один убежал. Одна плоть, точнее. Сейчас мы ее догоним. Ты. Иди сюда. Тихо, аккуратно. Не нервничай. Ай. Все, мы все сделали. Так, теперь вот где-то здесь рядом. Должно быть это место. Еще один кабан смылся. Давайте его тоже убьем. Иди сюда. Эй, ты. Фух, с прыжка. А я. На. Вообще, блин, ассасин я. А-а-а! Все, ладно, уходим. Ничего не было. Так, вот он склад, и около склада должно быть это место. Так, вот три. Уже. А, это бандиты. Стоп, они выжили? Они выжили? Стоп. Они разошлись. Они разошлись. А кто тогда здесь? Три. Трое. Походу. А, вон бандиты идут. Но они мне друзья, прикольно. Так. Пойдемте вот здесь, это место, вот где-то вот тут-то. Мы сейчас уже добежим туда. Так, еще три бандита, четыре даже. А, не. Заспавнились или что? Я оттуда их не видел. Странно. Вообще, что за дела? Ага, вот семь челов. Так, сообщение. Давайте. Что, видишь меня? Давай. Ну? Сталкер, подойди, пожалуйста. Сейчас я подойду и тебе поставлю хэдшот. Надо найти людей.
Надо найти людей. Че еще скажете? Давай. Че? Ну? Ну? Как тебя зовут? Эй, сталкер! Подожди. Подойди, пожалуйста. Как тебя зовут? Броня? О, ну да. Кличка тебе подходит, у тебя и так броня. А куда идти? Я не знаю, ладно. У вас что случилось? Невдалеке есть. Я могу с ними побазарить. Все. Ладно. Так, теперь обратно идем на базу. Будем просить нам разетовать наш ящик. Не расшифровать, а разетовать обязательно. Так, сюда. Сюда давайте, может, еще зайдем. Не знаю, как я назову эту серию. Я очень много в ней сделал. Еще пошел дождь. Офигенно просто. Зачем только, я не знаю. И что, кончился, что ли? Че? А, нет. Прикол. АЗФК. Так, я думаю, я эту пушку скоро выброшу, потому что я найду новую пушку. Получше этой. В кучу раз. Я думал, эта пушка очень крутая, но она оказалась тупой. На нее даже не крепится прицел. Мафака. На. Что за черт? Выжил. Ладно. Че, дой... А, ну ладно. Так, аккуратненько. Че есть? Это. Еще вот это. Убил. Так, там еще двое. Понял вас. Мистер. Так. Возьмем это и это. Похаваем сразу же. Хотя зачем я это все съел? Ну ладно. Опа. Опа. Вот после этого Мисери, а я его недавно в него играл, сталкер просто нереально какой-то легкий стал. А Мисери вообще какой-то, вообще, Unreal хардкорный мод. Не знаю, как вообще его пройти можно, но его проходят многие. Многие его проходят. Так, это возьмем. И все. Так, чё? Не попал. Неудачник. Так. Ну чё? Чё еще у нас есть? Не, ничего, ладно. Тут дальше должна быть записочка внизу. То есть какая записочка? На столе. Только где этот стол? Я в хз. Так. Вот они. Ну что еще? Все? Ну ладно. Так, дальше. Здесь должен быть где-то вход. А, еще, молодец, молодцы. Так, вот здесь поднимаемся. И в том доме должны быть эти твари. Вот здесь где-то на столе должна быть записочка, которую мы сейчас должны подобрать. И зомбированные. Вот он. Так, я его убил. Так. Спасибо. Вот, я хочу в эту комнату. В ней очень много оружия. У меня как раз-таки есть Геркулес и 60 веса максимум. Чё за... Чё, они там сами по себе умирают, что ли? Ладно. Окей. Вообще, нормально. Вот она, записочка, которую я искал. Поднимаем ее. И дальше мы можем уже узнать, какой пароль от двери. Пароль у нас 1421. Хорошо. Идем обратно, спускаемся в подвальчик. Честно говоря, я раньше вообще не понимал, как здесь попасть туда. Один раз попал, но забыл как. Вот здесь дверь, набираем код. А, ладно, даже не набираем код, просто проходим. Здесь еще должен быть сейчас чел с пулеметом вроде бы. Что за... Бессмертный ящик. А, здесь еще и бюрер должен быть, я забыл. Ну ладно. Еще один карлик-мутант, нам не проблема. Фашисты. Все, ладно, мы их убили. Ничего не было. Так, теперь как не знаю, как. Халк! Все. Сломали. Аккуратненько. Угу. Здесь самые аномалии. Я хотел сказать самые старые, но вроде не такие старые. Так. Нельзя замолкать, нельзя. Плохо будет. Так. Чё, куда? Там конец. А, да. Так, идем сюда. Так. И вот. Вот сейчас. Там, я не знаю, один или два их. Во-во, это было громко. Полегче. А-ля-ля-ля-ля. Так, ну, моя техника. Или не моя. На.
И как обычно, они... Хотел бы его сейчас пнуть, но он не... Свалились. Не. Свалиться им поможет выстрел за ФВД. СВД. СВД. Ну ладно. Зря потратил пули, конечно же. Так, здесь ничего. Зря потратил пули снова. Ну и ладно, еще. И снова. Прикольно же. Мне даже понравилось. Ладно, ладно. Все, здесь что-то очень тихо стало. Где весь звуковой... Этот... Где сопровождение звуковое? Включить музыку. Ну, басы. Так, собираем все здесь, собираем. Здесь должно быть РПГ должна быть. Так, гранаты. Все, что здесь есть, собираем. Пули. Еще один автомат. У нас перегруз. Пьем Геркулес. Чик. Оп. И сейчас мы вообще будем, не знаю, как Халк бегать, что ли. Я думал, что там кто-то топает. Так, все, открываем дверь, уходим отсюда. Здесь нас не было. Не думайте даже ничего. Ничего не думайте, все. Закрываем. Ладно, нельзя закрыть. Ладно, пофиг. Уходим отсюда. К счастью, мы собрали все вещи и можем идти на Янов. О, нет, стоп, у него есть целое оружие. Отлично, их можно продать на базе. Все, теперь можем возвращаться. Мы спокойные люди. Нет, мы не спокойные люди, там нас ожидает еще один враг. Подвисло. Ну ладно. Так, 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 так. Дождь. Почему дождь? Все, собрали, уходим. Быстрее на базу, быстрее. Только вот не тормози, быстрее. Давай, быстрее, ну, ходу, давай, шагу. Блин, еще этот военный, ой, ученый лагерь. Проходим. Привет, пацаны. Привет и вам, пацаны. Как у вас? Там перестрелка у кого-то идет. Чё за... Чё-то я не понял. А, у нас действие энергетика кончилась. Не понял. Полная? И тратится? Я помню, у меня половина была, и она не тратилась. Что за... Это значит... Что это значит, то есть... Так, ладно, ладно. Заходим на базу. И ищем того, кому можно все это отдать. Сначала мы зайдем в... Коморочку вот сюда. Вот, вот, да, тебе на... Вот так. Это так. Вот, на. Отлично. Ждать дешифровки. Так. Починились 4 вот таких вот поломанных калаша, походу, вот у меня теперь есть. Почему они не целые? ХЗ. Ну, очень, блин. Жалко, они не целые. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, давай я тебе отдам вот дробаш, еще это, еще вот это, еще вот эти 3 штуки, еще, что еще, и вот это тебе. О, молодец, все принял, весь мусор. Или не мусор, это все. Это все стволы. Сколько будет починить? Я знаю, что это, да, вот автомат, он стоит где-то... О, нет, 800 чинить. Можно его чинить. Где последний? А. Можно починить, я уверен в этом. Потому что они где-то по 1000 стоят. По 1000, да. И мы получили из этого где-то 800. Потому что 2, 4, 8, еще 2. Всем, кто меня слышит, приближается выброс. Срочно ищите надежное убежище. Даже 1000, даже 1200. Так, продаем. Отлично. И все. Да, все. А нет, еще 4 пистолета. Еще у нас есть РПГ. Но она мне понадобится для одной из следующей миссии. А, не-не-не, не понадобится. Вообще никогда не понадобится. Поэтому продаем и нафиг. Я ведь бандит, а я не ищу того способа, который мирные сталкеры. Там один способ, чтобы достать. Здравствуй. Детектор один. Так, мы должны были поговорить с Шульгой. Так. О, полегче там. Так, ага, угу, ага. Классно. Я готов. Здравствуй, сталкер. Я готов провести. Саять. А, ой. Саять? Чё? А, нет. Это всё. Стаять, как-то он так сказал. Ладно. Так. Давайте спать. Чё, мне ничего не надо? Положили здесь? Не, ничего. Ладно, давайте спать. Чик. Чик. 5 часов. Отлично. Это и так, чтобы там сзади шумы этот убрать. Ну, то есть шутка. Ладно. Отлично, положили пули. Чик. Всё, уходим.
Да, что-то я зря это сказал, лучше это вырежу. Я ничего не говорил, просто... Так, дальше. Мы должны забрать ящик. Да. Что-то я это... Что-то не то говорить стал. Сколько с меня? Держи. Скат-4, прием. Прием. Отвечай, Скат-4. Группе Скат, внимание. Говорит Скат-1. При возникновении чрезвычайной ситуации точка эвакуации Б-28. Повторяю, Б-28. И вот после этого теперь у нас открылась миссия, чтобы мы нашли... Подождите. Мы не исследовали последний вертолет, но все же ладно. Так, спускаемся. А, не спускаемся, ошибся. Музыкальная пауза. Во. Чего расскажешь хорошего? Так. Здоров. Ты по какому? Здоров. Все, теперь я готов. Хорошо. Пойдем. Да, отличненько. Берем ствол. Привет. Почему вы не стреляетесь? А? Почему? Почему? Туннельчик. Ой. Я тоже буду как главный. Тут. Давай. Струйся. И такой вот такой. Я такой буду идти. Шеренгу! Становись! Я тут смотрю. Ага. Пойдет. Вот, ничтожество. Нормально. Ну, будем принимать присягу. Это я уже сделал. Клянетесь служить делу долго, верой и правдой. Защищать человечество от агрессии зоны и всегда следовать уставу. Клянемся. Бойцы, чё молчишь? Поздравляю вас со вступлением в ряды долга. Слушай мою команду. Ряды долга. За мной. Шаган. Старт. И сейчас сюда успели взять грузовик, походу, с одеждой. О, за помощь долгу в личный ящик помещен костюм. Вот, откуда у них этих столько костюмов? Походу, они туда сюда что-то принесли. Ладно. Так, достижение еще не получил. Нет, еще рано получать его. Еще рано. Я уже 17 дней играю в этой гребаной зоне. Так. Привет. Иди с командиром говори. Привет. Что собираетесь делать дальше? Хорошо, по пути. Отлично, идем на базу. Все. На этом я заканчиваю сегодняшнюю серию. И буду снимать уже сразу следующую. У меня уже есть вторая... Второй экземпляр одного и того же костюма, который очень редкий. Раньше я думал, что его вообще в этой игре нету, в этой версии. А еще здесь есть костюм ПС, что-то там такое. Но я не знаю, как его получить. Так, один из них, наверное, можно продать. А может нет. Ну ладно, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Бигейс Топ 3 Майнер. Всем пока.